Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, Паша Влейзин для Хозяева. И сегодня мы играем в игрушку под названием GTA 5 Online с рубрикой «Эксперименты». Всем здорово, чуваки! Ребята, сегодня вас ждет самая жесткая и крутая серия, потому что именно в этой серии мы собрали только самые жесткие и крутые спорткары. Есть у нас также крутые внедорожники, суперкары и раллийные тачки. Но прикол в том, что все эти тачки, ребята, максимально прокачаны. То есть на них ставится максимальный тюнинг. Ну и в конце у нас есть и вот такие жесткие мультяшные коты. И они тоже не простые. Они, ребята, стихийные. То есть стихия ветра и стихия огня. И сегодня в серии мы проверим, какая же из этих крутых тачек сможет забраться на самую высокую ступеньку. И, друг, еще раз ставь лайк вообще за тюнингованные тачки. Потому что мне было очень сложно их тюнинговать. А также подписывайся на мой канал. Потому что красная кнопочка «Подписаться» должна быть серой. Ну, я же прошу тебя поставить лайк. Почему ты не ставишь лайк? Ну, капец какой-то. Ну, как это понимать? Ну, друг, я же вижу, что ты еще не поставил лайк. Давай, быстрее спускайся вниз и ставь лайк этому ролику. И даже сейчас не поставил. Да ты вообще, да ты издеваешься. Ну, просто, блин, возьми свой пальчик, наведись на лайк. Ну, и нажми на него, ну. Ну, хорошо, давай я тебе покажу, как это делается. Берешь курсор или же там пальчик, да, и пытаешься нажать на лайк. Ну вот, вот видишь, вот нажал на лайк, и все, ты его поставил. Пожалуйста, друг, поставь лайк, мне будет очень приятно. Я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. Ну, мы погнали! Ребята, мы с их уже готовы начинать наш эксперимент, готовы уже тестировать наши машины, но перед этим, ребята, нам надо определиться с выбором тачек, так как ее сторону будет тестировать. И, Лёха, давай определимся на камень, ножницы, бумага, вот кто будет вообще выбирать сегодня тачки, давай. Вот ты или же я. И, ребята, мы открываем наш чатик, и сейчас, ребята, мы решим, кто будет выбирать сторону тачек. Ты готов? Я написал. Давай, раз, два и три, пау, бумага. Бумага. Так, ладно, давай еще раз. Так, сейчас, ребята, я-то победил Леху по-любому. Так, ну-ка, че вы? Давай, давай. Давай, раз, два и три. Пау! Я выиграл. Я выиграл! Понятно. Да, друзья. Так, я сегодня, получается, буду выбирать сторону тачек. Так, что бы вы, ребятки, вообще протестировать? Так, тут у нас спорткары. Так, ну тут вот крутой спорткар. Тут, о, вот тут они похожи. Блин, я даже не знаю. Так, ну-ка, тут... Нифига, у него двигатель, ребята. Так, а тут у нас... Так, ну тут похуже. Так, внедорожник. Так, там у нас Форд Раптор, нифига. Так, тут Бугатти, а там... Ребята, YouTube прислал новую статистику нашего канала. И это просто жесть. Статистика упала на 131%. 131%. Ребята, это же просто жесть. Даже сам YouTube уже пишет, что все очень плохо. И просит вас подписаться на канал. Потому что 63% просто не знают о существовании красной кнопки подписаться. Ребята, давайте вместе поднимем статистику подписок и избавимся раз и навсегда от красных кнопок подписаться. Сейчас же, вот кто смотрит этот ролик, пожалуйста, друзья, спуститесь вниз и проверьте, какого цвета у вас кнопка подписаться. И если она у вас красная, то чего вы ждете, блин? Нажимайте на нее быстрее и делайте ее серой. Это же, блин, просто делать всего лишь одно нажатие по одной кнопке. Ребята, давайте поднимем статистику вверх просто. Надеюсь, вы подписались, вы поставили лайк. Я не знаю, я просто хочу плакать. Нифига себе, Ламборгини! Блин, ребят, я даже не знаю, что выбрать. Так, а тут у нас какой-то давай, пикап. Бери. И тоже пикап. Так, блин, ребят, о, ребята, блин, у вас тоже, да, возникает вопрос, что вообще вот эти супергерои тут делают? Ребята, они, сразу скажу, не участвуют в эксперименте, вот именно в этой серии. Они, ребята, могут поучаствовать в следующей серии по эксперименту, если вы наберете 10 тысяч лайков. Вот реально, друзья, если вы хотите, вот, чтобы эти супергерои участвовали в следующем эксперименте, то, ребят, давайте сейчас ставим лайк под этот видос, вот реально, спуститесь вниз и поставьте лайк. И давайте еще запустим в комментариях хэштег, вот, супергерой. И тогда, если наберется много комментариев, то тогда в следующей серии мы протестируем только супергероев. Так что, ребят, давайте пишите в комментариях хэштег супергерои и ставьте лайк. И тогда в следующей серии они появятся. Ребят, давайте ставьте лайк.
Так, ладно, что-то я немножко сбился. Так, ребят, давайте это вернемся к выбору тачек. Так, я так понял, то, что желтые тачки сегодня, ребята, будут круче. Потому что, ребят, ну вы посмотрите вообще на этот мотор у этого огромного внедорожника. Поэтому, ребята, я выбираю желтую коллекцию тачек. И ее буду сегодня тестировать. Ну ладно, давай, садимся за нашей первой машиной. Это, ребята, у нас крутые спорткары. И сейчас мы сравним, кто вообще заберется выше. Давай проверим. Мне кажется, вот в первом раунде ты меня выиграешь, потому что у тебя вот самая легендарная тачка. Ладно, раз, два, три, погнали. Так, ну-ка, о, блин, ты быстрее. Так, ладно, ребят, давайте сейчас. Я догоню. Да не, выше я-то буду, ребята. Ну-ка, давайте, Банши, я давай. Устрял. Банши, о, я поднимаюсь, ребятки. Так, ну-ка, давайте на шестую. Ты чё, блин, толкаешься? Так, ребят, давайте, ну-ка, забираемся. Я буду задом подниматься. Задом? Так, а я, ребят, попробую. Ну-ка, тоже задом. Ну-ка, бам. И не поднимаюсь. Ё-моё, блин, они. Из-за того, ребят, то, что у нас сегодня все тачки прокачаны. Блин, они низкие, ребята, у них подвеска тоже прокачана. И они не могут забраться выше. Я могу. Это капец. Ты чё? Ребят, ну это капец полный. Так, ну-ка, давай, Банши, на шестую, да. Не собирается. Я на восьмую забираюсь. Да ладно, на восьмую. Да, и на девятую. Да ладно, и на девятую. Да ты издеваешься, хватит там забираться. У меня мега крутая машина. Офигеть, ребята, блин, все же, кажется, я ошибся с выбором тачек. Хотя, ну ладно, нет, следующие тачки у меня, ребята, получше. Да ладно, да какая десятая? Ты чё? Ты издеваешься, какая еще десятая? Да, издеваюсь. Капец, ребята. Нет, стой, это уже какой-то это уровень внедорожников, ты чё офигел? Ребята, ну я застрял, походу. Я делаю последнюю попытку на шестую ступеньку, и я не могу, блин, капец. Я последнюю попытку на двенадцатую делаю. Ладно, давай, делай последнюю, ну, всё, ребята, не получается. Офигеть, блин, просто Nissan, ребята, спортивный, прокачанный полностью, ребята, забрался на одиннадцатую или там на какую-то, на двенадцатую ступеньку. Это просто капец. Ладно, друзья, давайте тестировать следующие тачки. Ну что, ребята, следующие машины, это, ребята, тоже спортивные тачки. Ну, ребята, теперь у меня это Porsche, а у Лехи это Toyota Supra. Кстати, тоже давай, вроде давай. Как из фильма «Форсаж». Ну ладно, раз, два, три, погнали. Вот тут я попытаюсь забраться на 12-ю ступеньку. Ну, конечно, быстрее, у меня же Porsche, вау. У меня Toyota. Опасно, так, ну, вот, давай, забирайте. И мне кажется, ребята, что я сегодня попытаюсь забраться выше, чем эта Toyota. Да, давай. Где-то я слышал это уже. Да, я постараюсь. Я надеюсь, что у меня все получится. И, о, ребят, смотрите, он отрикошечивает, и поэтому я могу забраться на следующую ступеньку, вау. Давай, я буду задом забираться. Слушай, я уже на 8-й ступеньке, и я сейчас догоню твой Ниссанчик. Так, а нет, ты не заберешься. Ой, а ты там, кажись, остался это вместе с Баншей. Так, ребят, давайте забираемся. Нет, я на забираюсь. Да, конечно. Так, ладно, ребят, давайте забираемся и... О, вот нормально, давай. Ой, ё-мой, не забирается. У кого-то проблема. А, у тебя забирается тачка, нифига себе. Да, забирается. Капец, реально, ребят, вот кто еще не поставил лайк, ну, ребят, ну, влепите лайк за такую офигенную серию. У нас сегодня все тачки прокачанные. Так, ну-ка, давай, забирайся на десятую. Ну, да. Просто, ну, нет, не догоняй меня. Куда догоняешь? Не надо, стой, притормози. Так, ну-ка, давай, забирайся, пожалуйста. Ну, тачка, ну. О, броскон максимальный. Я не хватает мощности, блин. Вот тебя тоже я вижу. Так, ну, давай. Так, капец, ребят, ну, блин, что это за бред? Ну, давай, соберись, я же верю тебе, ну. Капец, ребята, ладно, у моего Porsche... Да не получается, а задом тоже... А, ё-моё, задом закрутил. Так, ну-ка, а задом? Может, задом получится? Давайте, бам! Ну, давай, спойлер! Тебе повезло, я не могу залезть на тебя. Да, в смысле? Не, ща я... О, ну-ка, ребят, смотрите, задом! А, и задом тоже не получается. Да капец! Это реально какой-то Porsche хороший, но он не забирается нифига. Ладно, короче, я остаюсь на 9-й ступеньке. А, Лёха, ты там на какой? Я на 8-й. А, на 8-й. Ну, ладно, ребята, давайте оставляем наши тачки и переходим к следующим машинам. Блин, а железный человек, он же летает вообще на своих ускорителях. Да. А вот как прыгать умеет высоко. Да, он по-любому заберется на 31-ю ступеньку. А Человек-паук вообще там это на пути летает свои. Блин, ребята, напоминаю, пишите в комментариях вот супергероев, чтобы мы протестировали в следующей серии вот именно супергероев там Железного Человека, Халка или же там Человека-паука. И давайте на этой серии наберем 10 тысяч лайков, чтобы наверняка мы уже их протестировали. И следующие на сегодня машины это, ребята, внедорожники. У меня вот такой жесткий внедорожник с большой, не знаю, какой-то фигней, блин, это двигатель называется. А у Лехи это какой-то раллийный внедорожник. Да, и сейчас мы проверим, кто будет лучше. Раз, два, три,
Погнали! Я поехал! Ну, разгон у меня... О, понятно, мотор вообще не помогает тебе. Да ща поможешь. Вот, разгончик, вау! Есть дико! Нормально, ребятки. Давай задом. А я, ребята... Слушай, я подвеска, давай. У кого проблемы, да нифига, не-не-не, все хорошо. Ребята, я попытаюсь задом ехать. Нормально, сейчас задом у меня все по-любому получится. Офигеть, ребята, вот это самая крутая и, наверное, жесткая тачка, которая заберется выше, чем твой Nissan. Давай потому, проверим. Да, по-любому, потому что, ребят, ну Nissan это спортивная тачка, вы это понимаете? И она забралась пока что выше всех. Нет, да, давай. Рекордсмен моя тачка. Да, забирай, да ща я догоню ее. Ща, что забирать? Забирай, ну-ка, давай, ну-ну-ну. Он не косой, это вы. Ты как тут забрался? Ты как тут оказался? Подожди, просто это. Взял и заехал. Офигеть, ребят, что, получается, синие тачки сегодня лучше, что ли? Не, ребята, да, синие лучше в 10 буду, раз. Я буду бороться, ты что? Так, ну-ка, может, ребята, так получится? Давай, газуй, ну-ну-ну-ну. У кого-то проблемы? Ну, слушай, ребята, это внедорожник, который выше, чем твой Nissan. Как он не может забраться? Так, ребята, мне это не нравится. Так, ну-ка, давайте, бам! Ну-ка, о, давай, ну... Он не цепляется даже за ступеньку. Да, он не цепляется. Это капец какой-то. Ладно, делаю еще две попытки, если не получается... О, давай, да! Я забрался, ребята, я забрался. Хотя бы наравне с Nissan'ом, потому что внедорожник, и что, будет хуже? Так, ну-ка, давай, забирайся, бам! Я дальше заберусь. А я дальше не могу. Слушай, все, я делаю последнюю попытку задом, если не получается... Да ладно, давай! Да ладно, ты сможешь? Нет, не смог у него. У него мощности не хватило, капец какой-то. Ладно, я стоюсь на 11-й ступеньке, а Леха там, ну, пытается и... Ну, давай, смотри, последняя попытка. Давай. Оп, залез. Смог! Офигеть, ну, ладно, давай, ты дальше сможешь или... Да ладно. А, нет, он уже никак, я застрял. Ладно, все, 11-я ступенька. Ну, ребята, наши внедорожники наравне, и давайте перейдем уже к следующим тачкам. Ну что, ребята, следующие на сегодня тачки, это тоже внедорожники, но они уже, ребята, более такие агрессивные и вообще побольше. Так что они заберутся еще выше. Ну, Лех, давай, становись, ты готов? Раз, два, три, погнали! Так, ну-ка, давай. Разгон! Слушай, ну они уже как-то разгоняются не очень, но, ребят, надеюсь, заберутся повыше по-любому. Заберутся высоко. Да, но я точно выше заберусь, потому что у меня 6 колес! Ай! И чё? Просто... У меня тачка выше. Ну и чё? А ты вообще-то где-то сзади, блин, давай дальше. Смысле, я рядом с тобой еду, опа. В смысле, о! Чё? Ребята, вы видели? Он же только что был сзади. Ладно, хорошо, допустим. Так, ну и, ребят, давайте забираться уже на 11 ступеньку. Так, задом разгоняемся и бам. О, ты задом слушай, будешь? У меня задом тачка очень даже хорошо цепляется. У меня ребятки, что-то не цепляется задом. А у меня цепляется. И я уже, ребята, рекордсменом становлюсь, потому что у меня уже 12-я и 13-я ступенька. Нифига ты высоко. Офигеть, это реально очень крутая тачка, ребята. Вы видите, как она задом подпрыгивает и забирается. Давай, газуй, ты чё? О, застрял туда. Нет, я не застрял. Так, ребятки, давайте, газуем. Ну, то... Удачи. Это что за бред? В смысле, рекордсмен мой? Давай, забирайся, ты чё? Так, ребята, ну-ка. Походу, рекордсмен, не рекордсмен. Да, рекордсмен. Так, ну-ка, давайте, ребята, забираемся. Опа, газуй. Давай. Так ей не хватает, вот чуть-чуть. Ну, блин, как это понимать-то? Это проблема. Давай, газуй. Да, не проблема, сейчас все хорошо будет. Ну, капец, ребят, не, я буду стараться. Так, еще две попыточки хотя бы сделать. Ну-ка, давай. Две попыточки. Давай, ну он же почти на ступеньку-то заехал. А ты там как, у тебя успехи, кстати. Я забираюсь потихоньку. Забирайся. Ну ладно, давай, старайся. И, ребят, давайте, одна попытка и разгон. Ну, давай. Ну, капец, ребята, ну все, я застрял. Нет шансов. А, ладно, друзья, я остаюсь на, получается, 13-й ступеньке. А Леха я на 10-й. На 10-й. И, ребят, давайте же перейдем к нашим суперкарам. Ну что, ребята, суперкары. Раньше мы тестировали спорткары, а сейчас, ребята, у нас уже более мощные суперкары, которые заберутся тоже выше. Ну, блин, честно говоря, мне страшно против твоей лампы играть. Ну, она у тебя жесткая. Ладно, раз, два, три, погнали! Так, ребята, разгон. Ой, Бугатти слишком лучше. Слишком низко. Но, мне кажется, у тебя нормально. Она заберется на... Ой. Я застрял. В смысле, я тоже застрял? Это... Стоп, ребята, не-не, суперкары должны выше забраться. Алло. Я даже задом не могу. Я тоже... А, не, я задом могу. Так, ребята, давайте забираемся и дальше идем к победе. Давай, к победе, ползи. Капец какой-то, блин, ребята, вот суперкары, они ниже, еще хуже, блин, мне кажется, справляются. Да, так, ну-ка. Я на Nissan'е далеко уехал. Ну, на Nissan'е, да, ребят, вот Nissan меня сегодня больше всего поразил. Ребят, вот за Nissan реально влепите лайк этому ролику. Так, ну-ка, давай газуй, и раз, и два, и три, давай, забирайся. Да задом даже,
Ну капец какой-то. Слушайте, ребят, давайте еще сделаем по две попытки. Если не получается, то это все, это как бы, это пятая ступенька. Это ужасный результат. Это жесть. Так, ну-ка давайте, ребята, раз, два, три и бам. Не, у меня не получается. У-у-у. У меня вообще никак не получается. Я стоюсь на пятой ступеньке. А ты, Леха, что там? И... Я тоже стоюсь на пятой ступеньке. Ну ты же не можешь. Ладно, ребят, давайте перейдем уже к более жестким раллийным внедорожникам. Ну и что, ребята, наши последние на сегодня точки, это, ребята, раллийные внедорожники, такие жесткие, опасные пикапы. И, кстати, ребят, напоминаю, чтобы мы протестировали в следующей серии вот этих супергероев, ребята, давайте наберем на этой серии 10 тысяч лайков и просто, не знаю, заспамим в комментариях вот именно хэштег вот супергерои. Реально, друзья, если будет очень много комментариев, то мы их по-любому снимем. И, Леха, давай, раз, два, три, я сажусь, погнали! Поехали! Так, давай, замочите, ребята, все. Пикапы жесткие, опасные и заберутся, наверное, на самую высокую ступеньку. Давай, так, я тебя догоняю потихоньку. И, вау, нет, куда подпрыгнул? И улетаешь. Не улетаю, живу. Пока что так, ребят, давайте, раз, гонщик. И сейчас, какой, ну, слушай. Какой крутой внедорожник. Ну, давай. А у меня не собирается. Куда? Алло, так, давай, собирайся. Развалюха старая. Да, нормальная развалюха. Сейчас заберется по-любому. Так, ну-ка, давайте, раз, два и три, бам. Че, не получается? Блин, не получается. Да у меня эти мешки, блин, наверное, перевешивают тачку, и я не могу забраться на нее. Убери. Так, давай. Да не могу, блин, это тяжелое не слишком. Так, ребят, давайте. У-ху. Раз, два, три, бам. Да не получается. Да как, а? Я думал, это раллийные внедорожники. Вообще не повезло. Да капец, ребята, я думал, пикапы будут самыми жесткими, они самые... О, фиговые, так давай забирайся. Какая-то главное... неудачная серия у тебя. Да капец. Вообще коллекция тачек. Так, да нормально у меня вообще и серия, и коллекция тачек. Вообще все супер, ребята. Так, о, смотри, я забираюсь. Я тебе говорил, у меня синяя коллекция. Ой, круче. Конечно, я забрался выше, чем ты, синяя коллекция. Давай, удачи. Ха-ха, все, ребята, так давайте. Вот по-любому кто-то из вас поставил лайк. Да ладно, это... Ребят, я заберу сейчас выше, чем мой внедорожник. Так, давай. И бам. Да, не получается. Так, ну-ка, ребят, давайте возьмем адский разгон. И сейчас по-любому все получится. Раз, два и три, разгончик. Я тебя догоняю. Давай, бам. Я забрался! Ребята, желтая коллекция тачек сегодня по-любому круче! Реально, ребята, у меня же ладно, два! Ладно, беру слова обратно. У меня два рекордсмена, ребята. Так, ой, ребята, нормально, все хорошо, замечательно. И давай, забирайте. А что у меня не забирается кубик? Да, я не знаю, что-то, наверное, фиговый. Так, ладно, ребята, раз, два и три, разгон на 15-ю ступеньку, давай! Ай, не забирается. Блин, капец какой-то. Ладно, делаю еще одну попытку. Раз, два и три, давай, вот, богом, ну-ка, и... Не забирается, ребята. Я остаюсь на 14-й ступеньке. И, ребята, это рекордсмен сегодняшней серии. Алёха, а ты там на какой, кстати, ступеньке-то застрял? Я на 10-й ступеньке. А, 10-я? Ну и ладно. Короче, ребят, давайте уже перейдем к нашим последним персонажам. Это, ребята, стихийные мультяшные коты. Ой, ребята, мы взяли наших последних персонажей. Это, ребята, стихийные, блин, мультяшные коты. У меня, ребята, это получается стихия воздуха или что? А у Лёхи это огонь, блин. У меня это огонь. Капец какой-то. Ладно, ребята, раз, два, три, посмотрим, кто выше заберется. Но из-за моего, блин, этого дыма, блин, или воздуха я вообще ничего не вижу. А это я капец вижу. Какой-то. А ты, блин, ты огнем вообще дышишь. Ты можешь просто кого угодно да, поджечь. Поджечь. Стоп. Подожди, ты прыгать умеешь? Стоп, а да, почему? Да, я могу прыгать высоко. Ребята, я-то не могу прыгать. Стоп, мне это не нравится. Мне это вообще не нравится. Ребят, стоп, то есть получается, я останусь где-то на 10-й, на 15-й ступеньке, а Леха заберется выше. Получается, нет, я буду рекордсменом. Не, ребятки, так, давайте что-то думать. Так, ну, может, это что-то баг какой-то игры или... Да нет, ребят, ну, может, что-то надо нажать. Давай баг это... игры. Это капец какой-то, реально, ребят, просто поддержите лайком. Боже, стихийные мультяшные коты. И просто, блин, у Лехи лучше, он умеет поджигать кого-то, взорвать может, блин, а я... Да, а тебя я... могу. Стоп, если я воздух, то получается я... Стоп, я могу летать. Ну, по сути, я реально могу летать. В смысле, ты можешь летать? А как? Ну, блин, не знаю. Ну, по логике вещей я могу летать, но как? Или давай не летать? Взлетай. Или прыгать? Да, а что надо нажимать? X, блин, или что? Я вообще... Ой! Y. Так, я что-то не понял. Подожди! Ребят, я летать могу. Я летать могу, Лёха! Вау, угадал! Офигеть, реально! Ребят, поставьте лайк! То есть, вот почему он не умеет прыгать. То есть, он умеет, ребята, летать, блин, только на нем еще надо научиться летать. Ну, ребята, это реально достойно вашего лайка. Да, реально, птичка такая. Так, ну-ка, ребят, давайте, вау! Взлетим, просто такое облачко, блин, воздух и летает, офигеть, блин. Классно, так, ну-ка, ребят, давайте на 25-ю ступеньку, на 26-ю, на 27-ю, на 28-ю, на 30-ю, бам! Ой, тихо, я отлетел. На 31-ю. И на 31-ю. Да я даже на не знаю, блин, 500-ю могу забраться, так.
Блин. Не сможешь. Да, смогу. Ну, конечно. Не сможешь, их нету. Ну да, у нас их нет, но ничего страшного. Короче, ребята, я забираюсь на 31-ю ступеньку. Так, Алёха, а как у тебя там успехи? Ты там я прыгаешь? На 28-ю запрыгиваю. На 28-ю. Вот, смотрите, огненный дракон, блин, это так. Ну-ка, на 29-ю. Я на 29-ю. Собирайся так. И на 30-ю давай, ну, заберёшься. Собрался. Да. Так, а на 31-ю? Осталась одна ступенька. Давай, опа. Давай. Огневой. Не получается. Не смог. Так, ну-ка, давай, еще одна попыточка. И так, ну-ка, опа. Опа, и... Не, ребят, не смог. Получается. Получается сегодня. Я на 31-й ступеньке, ребята, остаюсь. И, ребята, мне кажется, это рекордсмен сегодняшней серии. Ну что, ребята, мы с тех уже посмотрели, подвели итоги сегодняшней серии, и получается, мультяшный кот, вот стихия воздуха, забрался на 31-ю ступеньку. Это первое место. На втором же месте у нас, ребята, мультяшный кот стихии огня, он на 30-й ступеньке, и на третьем, ребята, законном месте забрался мой, ребята, внедорожник пикап, это вот этот жесткий, короче, пикапчик на 14-й ступеньке. И, ребята, данный видеоролик у нас уже подходит к концу, и если вам он понравился, то забрался, влепить ему лайк. И напоминаю, набираем 10 тысяч лайков, и в следующей серии по эксперименту мы снимаем только супергероев. Так что, ребят, давайте ставим лайк, подписываемся на мой канал, делаем красную кнопочку подписаться серой, а также не забываем подписываться на Лёху Джела, ссылка будет у него в описании. Всем удачи, всем пока, народ! Всем пока, чуваки!